Привет, друзья! Хочу поделиться с вами одним видео с Лимана. Водитель ездил, забирал людей, и в этот раз тоже приехал, но люди к нему не вышли, а водитель попал под обстрел. Дело было на зеленом клине. Красный Лиман, зеленый клин. Съемка проводилась конец той недели, это число 22, я точно утверждать не буду, но 21-22 мая 22 года. Может, кто узнает родные места, может, кто еще какие выводы сделает. Смотрим. Люди, вот тут я должен был сегодня забирать людей возле церкви. Как вы поняли, не вышел к нам никто. Сегодня лупашат так, что это вот перед церковью. Просили снять 4 дома в ту сторону, они целые. Спасибо, люди, что я к вам приехал, а вы не вышли. Я думаю, с Лиманом пора завязывать. Это вот интенсивность обстрела, причем, я думаю, стреляют по мне, потому что тут больше никого. Никого, в принципе, нету на районе. Вокруг все горит, и только что я проезжал 10 минут назад, ничего этого не было. Заедь на адрес, забери лежачих, они не дойдут. Тут не то, что на адрес, тут просто проехать. Вот только что положили по машине. Все, я думаю, что это уже последние заезды в эти места. Мост должен закончиться, я думаю, скоро. Это уже у меня. Это уже у меня вот. Я думаю, что вполне что-то летает. Вполне что-то летает. Все, полностью пашет.